духовые инструменты могут звучать и прозрачно, и ревуще торжественно. Весь спектр оттенков и тембров скоро представит публике оркестр «Держава». Вместе с известным ульяновским коллективом выступит трубач-виртуоз Владислав Лаврик. Он руководит Тульским симфоническим оркестром и выступает в России и за рубежом. В Ульяновск Владислав приехал впервые. Вместе с художественным руководителем «Держава» он подготовил программу, состоящую из двух частей. В ней прозвучит и джазовая сюита Михаила Плетнева и романс «Весенние воды» Сергея Рахманинова в переложении для трубы с оркестром. Первое отделение удивит слушателей самобытными ритмами и богатой гармонией произведений армянских советских композиторов. У нас звучит армянская музыка. Да? Арам Ильич Хачатурян и Александр Рачинян, который был не совсем учеником, но Хачатурян всячески ему помогал. Александр Рачинян. Ну и потом это потрясающий концерт, красивый. И вот такое армянское начало. Есть и композиция, которая прозвучит в Ульяновске впервые. Это произведение было написано несколько лет назад для военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Событие мирового масштаба проходило на Красной площади, где наши и зарубежные военные оркестры демонстрировали мастерство. Музыка и парадные марши сопровождались световым шоу, которое подчеркивало красоту и величие Кремля и собора Василия Блаженного. Будет звучать альпийская мелодия Ханнеса Ампфольтера, которая была написана для Спасской башни, в которой я участвовал как солист. Это было такое завершающее произведение всего фестиваля. Фестиваль проходит на протяжении 10 дней. Каждый вечер вот эта мелодия звучала в конце представления. Разноплановая программа отрепетирована оркестром и солистом и уже готова для показа публике. Концерт состоится 22 апреля в 18:30 во Дворце творчества детей и молодежи. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.